Просто тогда редаров было меньше. Всего два в рейде. Ганнибал и локал. Понаберут своих редаров. Не говори. Чё там, блядь? Все тут? А, шаман, а я его, да, кстати говоря, не заметил. Это я у нас хил. Давайте уже разъем, блядь. Блядь, ну чё там? Хитровай. Ласки капают. Давай так и сделаем. Я Бладельфа вообще не вижу в рейде. А, Сандарей? Сандарей есть. Классы нарисованы справа от рейда. Ещё потом раз надо нарисовать. Ну, теперь орка нету, я могу менять. Трава, пей настой и погнали. А зачем ты забрал от нас Бладельфа? Я думаю... Я не обратно, нахера мне эти кастер-тряпки? Как скажешь. Я хочу к миликам, к пацанам, к нормальным. На самом деле там, ну, не важно. Хитровая, ты слышишь? Ждем кота. А, все, выпил, вижу. Поехали. Все запустил. Стоим в РДД-зоне, милики, никто не бежит. Когда поставят центр, туда побежите, начните бить. А, ну, сука, трай был хороший прошлый. Прям обидно, что да. Да и позапрошлый был хороший. Да и у меня никаких претензий бывает. Просто вот сейчас, кстати, добирать людей, сейчас еще какие-то пойдут вайпы. Надеюсь, нет, конечно. Где вайпы? Где? Нету вайпов. Где демоны? Лапку киньте, пожалуйста. Обновите лапку. Друида. Блять. Красавчик. Я ебаное позорище. Ну, бухаться ж надо, блядь. С центра милики уйдите, не ждите его там. Все, ждем, ждем милики. Только РДД дамажа. Все, милики, можете залетать. С огнем. Побегаем. Кент, два стака. Плохо. А выпрыгнул, выпрыгнул, я видел это. Ну ничего страшного, поехали с Нобальда на танке, сыграли у него быстренько. Привычка. Хиливать, у меня два стака, две лужи мне кинулось. Забирают. Что это, четыре? Да. С Нобальда поехали в мелизоне. Пять. Сейчас на нем зальют этого. Нобальда. Новый Снобальд сейчас полетит. Снобальда залили в мелизоне. Бразилец. Снобальд сейчас полетит. Снобальд, да-да-да, ага, подведи. Залили Снобальда на маги. Наверное, на маги. На локре, блядь. Портуются, сука, всякие редары. Ну ебать, там киборг раздамажился. Все, рейндж набрали. Моб подаваем. Обдотайте огненную сразу. Несите весь урон, который есть, пока не вышло кислотное. Поехали в кислотную. Геру. Заливаем. Рейндж еще раз перенаберите небольшой друг от друга. Скоро плеваться будет, готовьтесь хил. Вот
Ебать, как народу. Двигайтесь потихонечку, у кого попало слизь к танку помненному. Смотри, там в мили-зоне много людей. Нужно будет разморозить всех, все, поехал. На пулы готовьте немножко. Готовьтесь добивать кислотную, я скажу, когда разбежаться, нужно будет разбежаться. Стаунтил твоего червя заберешь. От лица уходите, кислотный, когда что вылезет. От лица уйдите. Брызги 8 секунд, войд нужно будет гангрена дать, прожить. Разбегитесь друг от друга, 3 секунды брызги, разбегитесь, все разбегитесь. Лужа, милики ушли. Ждем брызги. Все, добьете. Медленно бьем очень. Бля, вам плевать будет сегодня эта шлюха, нет? Все, улетело. Пушись, каркрайт ушли, остальные дамажат спокойно. Пожалуйста. Так, Аркрайта резко. Брызги не будут. Резко. Сейчас от лица убегаем, будут появляться лужи, поэтому осторожно. Выйдет сейчас рев скоро, ну не скоро, еще секунд 20 у нас есть. По Аркрайту бафы. Каску. Всю заложил. А, блядь. Нормально, успеваем, я словлю босс. Дамажим, дамажим. В лужи не попадаем, осторожненько стоим. Лужа. Еще раз говорю, лужи. Блять, кто там стоит в ебенях? Готовься, сейчас выйдет. Быстрее надо по боссу. Давайте, вливаем еще. Будем блять, в Ордынске надо отлетать, там луж нету. Сейчас спрячется, это когда перебегаем к ордынским щитам, когда спрячется именно. Готовься, сейчас будет морозить. Готовься с фридовым. Да, Кома, готовься. Отбежали все в ордынские щиты. Отошли, чтоб лужи не отлететь. Добейте. Добейте этого червя. Блять. Добить. 500 тысяч там. Давайте, давайте, надо добивать. Подаван, кровь вампира, что-то отдай. Сейчас он в тебя плевать будет. Должен. Блять. Умрет червя. А, Ганнибал на тебя бежит, все отбежали. Никто не должен, чтоб врезался. Ну вы чё, блять, в него прям забежали 2 или 3 человека. Вы чё, угораете? Вы не видите, куда он бежит или в чем проблема? Он, ебать, здоровая, охуенная плямба. Он на вас бежит, и вы хуярите ему в лицо, не пытаетесь даже убежать. Я не видел, кто это был, честно говоря, потому что в очке находился в каком-то от босса. Давай, это... потом врежется. Я увижу, кто это будет, я минус кролла буду давать, без обид. Вон черепок. Коба пал на тебя, Коба. Метка вот на карте показывается. Неужели? Подаван, с ретаунки уж, танчи. Я... Гера там у нас. Когда разморозился. Мы бабши были. Ну да, можешь издать. У меня нету КД. Пробуем, вряд ли хватит, но пробуем. Попробуем, да? Коба. Анзай далеко в жопе стоит. А нахуй он далеко стоит? Бля, Анзай... Ну я ему сказал на его метке, потому что стоять. Босса плохо поставили. Я же сказал, босса к меткам ближе. Не показывает, кого бежит на карте. Давай. На меня, на меня. А есть? Я резнулся. Давай его, это с не танкуешь, БР-ки. Я Аркрайт давал. Слышно меня? Да. У меня БР есть. Не, я думаю, не это, не надо. Еще разбежка осталась, а у нас бить 40%, мы не убьем. Да, мы еще пока дойдем на него, уже 10 минут пройдет. Че, посмотрим, сколько не хватит с одним ударом. На карте пока. Опять на меня. Смотрим на миникарте внимательно. Ну вот Пэт бежал перед ним, он в него не врезался, нормально. Ну вот как раз и разбежка это и есть в эти 6 лет. Да, да, да. Ну сейчас посмотрим еще, сколько у него там, да. Плюс тело упало, блядь, по-тупому. Из-за того, что... Да, 20%. Ну у нас хватает урона, если никто не затупит. Вот он, короче, вертушку дает, да? Это когда милики стоят и его бьют, он миликов откидывает. А вы стойте
близко к нему, но недалеко от него, то есть метров. Ну, танки вы подводите между, получается, луной и крестом, держите его, чтобы хилы могли тоже не в упор друг к другу стоять. Вдруг с Кобой что-то случится, и нужно будет прохиливать. А, я не знаю просчеты, ну типа, хилы тут с любой стороны могут стоять, потому что есть фридом. Ну он как бы есть, но мало ли вот он там, я не знаю, затупит, не сможет нажать хилы, хоть какую-то хилку смогут вкинуть. А если они я, все в одной точке? Я тебе сейчас больше скажу. Хилы не хил, у меня сейчас, я стоял за его спиной, когда он дышал, я был заморожен. Ну да, может такой. Спиной. Вокруг себя и плюс еще конус. Нет, я в смысле в ебенях, я стоял вот где щит, откуда он появляется, я там стоял. Чтоб ты понимал. Это баг какой-нибудь, блять. Нужно поднажать, мы долго бьем, кислотную добиваем долго. Сейчас бы ее спокойно добили до плевка. Вот ее нужно убивать до первого плевка спокойно. Это нормально, сейчас захуярим. БР только у меня в КД 5 минут, еще 4 БР есть. СС можно на кого-то кинуть СС и пока там... Я говорил, на кого СС, это даже скидывайте. На мне СС кончилась. Да, еще киборг ушел, умер, он бы еще свои там процента 3, наверное, снес бы за то время, пока не умер. Ну, то, что отбежать от рёва надо, это стопудово. Он один раз врезается, не в стену, и все. Не купите. Ну, хорошо, походу, кинешь, давайте, смотрите, все у вас да. есть. Да, он не врезается, включается экзекут фазы, у всех увеличивается урон. Пристабаф не надо, да. Подаван, ты че? Дай мне каску магу. Подавал. Подаван не поел, да. Каску хантан. Кто каски раскидывает? Проверьте еще раз. Бля, паладинов там дохуя, полурейдер. Дал уже всем каску. Все, запускаю. Набухивайтесь, панды. Ты че, панда, что ли? Да. Панда топ ДПСер сейчас. Mm-hmm. Сколько даешь? Ну ты же видишь, что я второй по урону. Да я не смотрел. На самом ШП. Вообще на ШП это невозможно просто. Цифра какая-то. Да я не смотрел. 11 тысяч. А, ну заебись. Хуёво ты сказал? Заебись, говори. Мне показалось хуёво. Наверное, хуёво. Просто такой интонации было. Милики ждем. Америки поехали. До дня убегаем быстро, не ждем ничего. Да. Сука. Сноболь сейчас полетит, готовимся. Сноболь. Дюша, блядь. Катя, дашь Дюше БА? Дюша со Снобольдом что ли умер? Там такая. Не, он пропал, да. Там разбегите, там... видите там сколько огня в одной точке, убегите спокойно, ничего страшного, что потерять чуть ДПС, а вы стоите там и ждете чего-то, все в одной кучке. Ну ладно, после вайпа скажу. Снобольда заехали? Там 5 стаков уже. Снобольд новый полетел, РДД подведите. Поехали снова. Да где там панда что-то пиздит? Как вы с прожимок заехали. Шо вы? Поехали снова. Ну и то я сейчас на 5-м месте. Нет, у него в целом все пиздит. Казалось, панда пиздит. Ну там ну, какой-то да. аддон что ли бубнит, что ли, по хуйню, блядь. Нет, это просто персонаж. Это у меня пиздец. А, я вам что сказать-то хотел. Если босс умирает и нету снобольдов, то скидывается боль у РДДшника, по крайней мере. Можно резнуть челика. А, я это знаю, да, но надо плотных отступить. Заехали снобольды. Я уже так делал. У меня на шамане никогда бой не заканчивается после первого босса, даже если снобольды мертвы. Ну, мне кажется, это стоит и 4, как-то связано. Да. Угу. Добиваем снобольды. Нам нужно будет пробафать дешу упавшего.
Давайте, масс-бафы скиньте. Скиньте по друидам. Боб поесть, все отлично. Да, ну, рэнж небольшой наберите. Скинули дотки по этой хуйне. Поехали в кислотную. Давайте Геру. Готовьтесь, хил еще сплюнет. Ебать, везение 80. Ебать. 10 из 10. В меня что ли улетело? Да. Может сейчас второй пиво будет? Не будет второго. Ну смотри. Давайте максимум вносим урона. Хорошо, нормально нанесли, ждем кислотную. Все отбегают от лица кислоты, никто не ждет, когда вас наблюет. Добиваем. Ну, это вот пока задамажить можно. А где моя? Она еще рядом должна вылезти. Да. Он вылезла рядом, дал метку. Давайте, быстро добиваем до брызга в 10 секунд. Нужно добить. Разбегаемся, все сейчас брызги будут, разбежались. Милики лужа. Сбежали. Все, брызги, бразилец убежал, хики, хаки убежали, остальные добивают кислотную. Сдалека, если можете, дамажьте. Брызги через 4 секунды. Разбегите сейчас, блеванет брызгами. Смотрите сейчас. Я не успел, все, ждем. Че, Войт, ты заберешь, и я это на орею поставим? Нет, танчи, агро набирай. Танчи. Да, танчи лучше. Еще раз говорю про Рёва, ставь пиво. Аркрайт, уйди! Из-под ебала. Меток. Из-под ебала, уйдите все. Где лужа, куда ты ведёшь? Ну понятно, лужа, пока в другом месте танкуете, лужа пропадет, потом туда Рёва. Чтобы доставались, блядь. На альянсовский щиток отведём Рёва. Да можно и на альянсовский. Просто там вон сейчас лужа растет, она еще долго. Я вижу. Да, проще будет на альянсовский. Давайте больше вливаем, очень хорошо идем. Рев выходит. Бьем быстрее. Как только спрячется змея, нужно будет перебежать на альянскую сторону, чтобы мы отлетали почти альянс. Еще, кстати, не факт. Спряталась. Продамажьте Рева, пока не вылезла. Зависит от того, куда змея пойдет. Видишь, куда она идет? Да, ну аккуратно. Ну нормально. Добиваем змею. Давайте, до брызгов должен добить. Под ванну надо бить. Все хорошо добили. Коба. Давай. Отлично. Давайте, быстрее. Хорошо, заехали. Все, сейчас отлетать будем, готовимся. Блять, все. Катя, Даша, Локлу, Бэр. Не вижу, только себе бежит. Он прямо в меня прилетел. Все. Катя, Шепарду, Даша, Дюша. А, Катя КД вижу, все. Тогда Войд, дай Бэр. Этому Локлу. Когда здесь-то бьем. Пиздец, они в разных сторонах. Дюша, ты дал Шепарду? Я стал справа от этого. Ой, Локал, тебе должен были дать уже. Все. Да, дали. Кто им сейчас полетит? Гангрена на тебя бежит. Вот сюда где-то. Разбежались. Блять, ну чё, издеваешься, что ли, Дюша? Ну ты чё? Это, по-моему, Хилдтруль под него подбежал. Ну, Дюша. Дюша, да. Минус 10 кролл. Ты же умер. Что ты стоял, вот я тебе серьезно говорю, я видел, как это происходило. Ты меня лоблик, метался на одном месте, не понимал, что тебе нужно делать. И все, и остался на том месте, на котором тебя откинуло в итоге. Блядь, если ты не согласен с тем, что видел Женя, то... Все, дамажа. Все, тихо. Так, блядь, не просто. На меня бежит. Убегайте. Ты просто умер, Дёш. Вот и все. А вот я сейчас под ножками выбежал, но это несложно. Поближе подошли те, которые вдалеке были, чтобы Палдин достал до вас. Да, чуть поближе. Сбегитесь к носу. Ну и все, последняя перебежка осталась. Проценты вы видите.
Савар. На меня опять. Всегда бы на меня бегал, блядь. Ты еще с другими людьми стоишь рядом. Червяка долго сливаем. Должны убить червяка до закопки, чтобы очень много ДПС сэкономить. Ну, то есть, даже если вышел босс... У нас все бы давали десятку. Лови его, Войд. Войд, забирай. А хули ты можешь забирать? Да. Я вам скажу сейчас, какая проблема была. Во-первых, Дюша, ладно с ним, это понятно. Сейчас два ДПСера лежали, блядь, и причем в разных углах карты, блядь. Вы понимаете, как рев откидывает людей к стенам? Он откидывает, и волна откидывания идет из центра, блядь. То, где вы относительно центра находитесь, влияет на то, куда вы в какую сторону, блядь, прилетите. Вот если вы вот это поймете, блядь, и стояли бы с одной стороны, где под альянсовским щитом стоял рейд, и отлетели бы в одну сторону, и хуй с ним, даже если бы он убил там двух этих людей, мы бы их резнули сразу. Они были в разных, сука, частях этой ебучей круглой комнаты, блядь. Что, заходите дальше. Не, я к тому, что, думайте, блядь, где стоять. Или повешай на себя метку. Типа... До тех пор, пока будут врезаться, так и будем мучиться. Да, то, что врезаться, это понятно. Нам хватает ДПС, нам не хватает, чтобы люди не ловили рёва ебало. Если мы сейчас идеальный трай проведем, что никто не врежется, ни в кого, все нормально задамажим, и не хватит ДПС, я согласен. Но пока что такого трая не было. Нет. Если бы Асгил дамажил побольше, было бы все нормально. ДПСа хватает, Паладин. Это у тебя ДПС маленький. Нет, я согласен, что там есть меньше дамажа. У меня ДПС слишком маленький для этого. Я согласен, но ты просто там сейчас не найдешь, потому что когда я сейчас добирал народ, там собирался второй ВК-25. Ты просто не найдешь людей, я бы набрал. Без проблем. Да, доберем сейчас. Так я дамажил побольше, было бы все нормально. Да, пока перекурите, я доберу человека. Перекур въебать на 5 минут? Да, въеби. В принципе, если кто-то ушел с первых мест, то сложно было бы. Здесь пало 8 тысяч. Да, все у нас ДПСа хватает, у нас не хватает. Конечно, не в обиду там. Вообще, в целом, люди тупят, да, это абсолютно нормально. Дюша, как бы, то, что ты умер, от рёва, это факт, что ты единственный умер, именно. Если бы ты отошел, отбежал бы, да, ты бы выжил. Все логично. А второй момент, когда приходится людям говорить такие простые вещи, как после откидывания вы подойдите, у нас паладин, который дает фридом. А что, Дюша, в смысле, ливнул? Нет, ливнул паладин. А, что, в чем проблема? Он хилит хорошо, никаких к нему претензий, просто затупил. Дюша, да, ты хилишь просто очень мало еще. Потому что он не успевает за нами, вот и все. Я говорю Дюшу уже который раз, даже в 25 нормал, когда... На реве, не первый раз он так факапит, ребят. То есть я не... Что, сказали, забыли, что вы как эти налетели? Говорят, и он каждый раз говорит, да кого, в смысле, я все нормально. Успокойтесь. Да нет, все спокойно. Просто... Это абсолютно нормально, по хилу. Ты... Предыдущий трайн не искать, там, тютя в тютю вместе нахилил. Потому что я умерла, ты не забудь это. Меня убило в прошлом трайне, да. Ты что такая возбужда? Знаешь, я тогда могу постоянно говорить вот так, а то хули вы нас с гангрена не можете догнать? Что за говнохилы? А, ты не забывай Эрдру и Эршам. И плюс да. Хапал, это две разные сферы. Да. Вот я говорю, если бы я сейчас зашел бы точно так же на Эрдру, я бы тебя с легкостью перехилил. Ну, ничего же это не значит же, что... Что у кого-то лапка. Да. Я же не говорю, что ты плохо хилишь. Не говорю. И не считаю так. Вагон, говорит, даже Хапала перегнать не можете. Вы просто чего хотите от меня? Чтобы я спекался в хила? Я могу, просто ДПС потерять. Нет, давайте я сейчас еще бинтами начну хилить. Че начну? Я всегда мечтал, когда ты это скажешь. За какого результата вы хотите добиться, говоря вот? А че, делайте бинты там с острова, рецепт какой-то новый нахуй. Да. Пока рев вас распихал, если он на вас не бежит, вы бинтиками хилитесь. Да, похиль соседа, если не хилишься сам. Была же песенка старая в стиле рэп, блядь.
про Вовку, типа. Не, на самом деле хила нам хватает, все хватает. Да, можно, я думаю, что на хила спекнуть кого-то, да. А, нет, это очень сильно просядет по ДПС, потому что ни у кого из хилов нет нормального ДДшника. ДПС мы не просядем ни на сколько. Это, да ну, чё ты смеешься? У тебя или был... Сколько этот пал давал? Семерку, восьмерку? Нет, почти. Забрать человека и еще одного хила спекнуть, четвером похилить. Я не уверен. Ну, вообще, нормальная как бы, идея. Вот сейчас нам хватало... Да, там все хватало, блядь. Типа, там что захиливать? Только прыжок? На прыжке, нахуй, этот. То... Не, на прыжке плевать, видишь. Если Коба сбивает дыхание, там хилить нечего. Да, как бы после прыжка. После прыжка он отталкивает, и он стоит в стане, если все нормально. Никаких проблем в этом нет. Вы поймите одну такую вещь. Вот то, что мы сейчас в разные два конца, два трупа отлетело, такого не должно быть. Надо полукругом хотя бы четвертью, третью этой комнаты лететь в одну сторону, блядь. Да вообще должно быть массово. В идеале в одну точку. Ну, в одну точку. Не... Если вы все отлетаете в одну точку, в чем суть? Неважно, куда ты побежишь, влево или вправо, ты побежишь правильно. Ну, в одну точку это слишком нереально звучит. Ну, я понимаю, да. Я у меня ноль ускорений, и я два раза убежал. Ну, можно там на классах, в которых есть еще и сейвы, убежать вообще без проблем. Да, я тебя умоляю, там можно как угодно выбегать. И там еще места столько осталось, ебать, я мог вернуться и еще раз отбежать, блядь. И еще раз. А что Дюша ДПС дает в сове? Сколько? У него совы нет, у него три эрдру. Ну так шум. Хуя ты мощный. Вот. Прикольно. А сколько он давал в сове? 1007 давал? Я думаю, что не надо пытаться изображать это. Я думаю, что, блять, не хватает нам урона ханта какого-нибудь. Под названием Монки, да? Ну, с уроном-то пойдет, но насчет пятого хила в ДД это хорошая идея. 7 ДПС на дороге. 7К ДПС на дороге не валяются. Семерка, если есть у кого-то, это будет. Ну, у меня, к сожалению, Элем, ну, в лучшем случае 6К. Это мало. Да, меня ты... он не готов. Да, но от меня импакта по хилу большое количество. Типа либо Анзай, либо Катя, либо Дюша. Три этих человека спекать. Я думаю, что ни у кого там нормального ДД нет. Ну, потому что хила собирает. Соответственно, логично нет. У меня код дает 7-8 тысяч, но я хочу хилом пройти. Вы меня, конечно, извините, но про хил у меня почти больше, чем у Дюши в разы. Там хила будет не хватать. Я не спрашиваю, ну, я не говорю, что ты там лучше или хуже хилишь. Тут сейчас другой вопрос, что нужно выбирать из кого-то, кого спекать. Типа. Но тогда у нас хила не будет хватать. Ты пойми это. Блин. Я еще что хочу сказать, единственный нюанс про хилов на первом боссе... Идем зацумоним камню, не хочу КД вешать, человек сначала посмотрим. Короче говоря, ни на первом, ни на втором боссе не получается в 4... Ну, на первом боссе точно не получится так комфортно встать 4 хила, чтобы доставать спокойно до меток, на которых кидается огонь. Какая нас заходи, нашел человека, кто там еще выходил. Че, это сова? Это сова, да. Ой, я думал, сова. Аркрай, да, он просто вышел. Сейчас мы суммоним человека. Ты зря ему, наверное, сказал, он еще неизвестно. Норм, смотри, Аркрай 8400 дает. Норм. Энима. Да не, норм, чел. 9500. Энима кот. Заебись дает. Ну, топ-1 милик. Больше кобы дает. Энима. Ну, это ситуативно. Этот милик еще был... больше анхоли он дает. Ситуативно, а так они обычно там, ну да. Какой-нибудь гавр бы тоже. Надо на груле посмотреть, сколько вы даете. На груле хорошо замеряю. Похвалите меня. На груле на ДК херовато. Бывает не всегда. Ну, да, меня хвалят. У меня там сало. Там или еще что-то. Потому что сало. А я волосинку выдернул из носа. Ставил рыбку. Не знаю, наверное, стояла, кстати, уже, но всякий случай все равно поставил. Все равно. Она самая идеальная, вот этот, блядь. Магик. Так, клон, за два чекнем, как он одетый. После две дырки. Пятиш. Обычный. Кондюр. Дамажишь такой, дамажишь, а потом хвалят чела, который на шестом месте.
Первый это раз, да, Женька такой просто прорвался сквозь все дерьмо. Локла, да, один был. Ты пойми, топов не хвалят, блядь. Топы, они сами себя хвалят. Они это не во втором. В прошлый раз ты на втором месте был, а сейчас Локла умудрился даже обогнать. Ну, если нет, я в тот первый раз, когда мы ходили, имею в виду. Вот если на следующем трае Кент даст. Это понятно. Коба, ты вносишь импакты за счет этого. А, давайте застой и бахнем, помажем грудак и поехали. Все позаканчивалось. И если на следующем трое Кен даст десятку, я скажу, красавчик, нихуя себе. Надо хвалить Чё-то. Их, кто растет. Да, ну, он в демоне сейчас, неподготовленном. Какой месяц? Я не забываю то, что он в демоне. Третий, Анхоли, Бразилис, Валера. Да, сейчас. Я докушивал, все, выпил. Не, он сейчас как бы всего урона дает больше рейду. Все запускаю, просто бам. Охуел я совсем. По сути, ты сейчас даешь там 7000, плюс там, я думаю, 1004 ты даришь рейду еще. Ну да, вообще-то и бафаешь, и ДК, и палов, вообще всех подряд. Ну, может быть. Я говорю, поэтому сложно людей найти. Если, кстати говоря, на бегу вдруг кидаете хоты, бегаете там, не знаю, кругами, то огонь на вас не успевает повеситься. Уже 3 или 4 раза так выйдет огонь, тупо поджидая, когда топнет босс, и бегая в этот момент. Так видно же, когда летит банка. Дело не в том, что летит, дело в том, что ты можешь просто в этот момент уже двигаться, ты не поймаешь. Мирики не подходим, ждем. Я говорю, что если ты видишь, куда банка летит, ты не поймаешь. Какой грозный. Ой, ждем милики. Все, подбежали милики сюда маши. Блять. Блять, ну как хожу? Он вне огня умер. Готовимся, сейчас снова полетит. Там бы в мелизоне залили. Валера, что ты? Трое, Валера, это не я. Снобальда играем, очень медленно убиваем, очень. Снобальд с РДД приведи, сова. Сыграли Снобальд. Ты можешь сова бить, просто смотри за кастом босса, чтобы он тебе... Но ты не кастал во время топота. Жди, сейчас добьет. Все, отлично. Да, побухать забыл. Никто не напоминает. Снобальда заиграли. Снобальд новый сейчас полетит. Снобальда с РДД локал. Ага. Сыграли Снобальда. Еще поджог подведи. Отлично. Мас баф нужно его сейчас скинуть, чтобы хожу с ним пробафить. Оп, подавано. Раньше небольшой набираете друг от друга. А кто-то эти продамажьте, пока огненно. Вот мы поехали. Геро, давайте. Филы, готовьте сейчас, блин. Ебать, народ, миликов много, нужно будет много миликов.
И танк. Да, и танк. Поэтому потихонечку двигайте, поможет. Давай, давай, давай. Я бы на месте пала скидывал бабу сразу, не ждал бы, когда там теряете в ДПС. Прохиливать, прохиливать, сейчас упадет на кровать. Поле не разморозили. Да. Ну добиваем, ладно, забыли про свои таунки своего червя. Ага. Пока продамажьте это, скажу, когда брызги будут. Добиваем кислотно. Напуливать. Буду отводить к мобу зеленому, оттуда отходить. Смотрите, лужа сейчас будет появляться. Осторожно, не умрите в луже. Ну, готовьтесь. Блять. Брызги еще долго мне показывает. Вот это пиздец. Лужа. Ладно, тихо, скинь. БР сейчас сразу там Асоки. Катя, скинешь Аркрайту, когда встанешь. Я дам вам гимн на ману. Вставай быстрее и отходи оттуда там уже. Дал тебе имя. Сейчас брызги будут, отойдите друг от друга. Отойдите, отойдите. Даю гимн на ману. Вставай быстрее, Аркрайт. Шлюха, блядь. Полетели брызги. Ну сказал же, отойдите. Нет, вы в охуевшей пачке стоите рядом все. В чем проблема, блядь? У стенок все пусто было. Тянем, отдай БР Дюше. Не вывезем по ДПС, слышишь? Ну да, да, давайте сойдем в лужу. В лужу, в лужу. Пять тел. Там заходите. По цифрам не хватит. Под лицо встань. Я просто не понимаю, нахуя вы все стоите. Ну, я даю 5 секунд на то, чтобы разбежаться. И вы думаете, ну в меня не попадет, я еще подамажу. Но так не работает. Просто посмотрите на свои трупы, что очень рядом лежали. Стенки было буквально там 3-4 человека. Понятно, что в нескольких попадет. Вопрос не в том, что попадет, а в том, что попадает с кого-то гарантированно, неважно. Суть в том, что чем больше вы стоите к кучне, тем больше шансов у вас сдохнуть моментально. Милики на вас бегут, а вы отходите еще дальше. Вам не нужно стоять в своей РДД-зоне и ждать, когда к вам прибегут милики, понимаете? Я, блядь, стоял, босс был вон там на красной метке примерно, я вот здесь, блядь, стоял, вот здесь нахуй. И стоял, ждал, когда он плюнет. В чем проблема сделать так же? Ну, это же надо бегать. Сложно. Давайте, давайте. Побегайте, убьете. Я не могу вам секунду в секунду сказать, когда он плюнет, потому что у него разнится этот плевок. Он там может через 5 секунд плюнуть от ДБМ, отличается. Может точно плюнуть. Готовную и испытание великого крестоносца, что нужно сделать идеально. Не, просто не нужно ждать, что пронесет, не на меня плюнет. Всегда нужно ожидать того, что именно на вас плюнет. А поэтому подвигайте к тому, кого хотите вайпнуть, и все нормально. Че, покушайте стейджеры. Это не надо нажигать на людей. Ты что такая агрессивная, Кай? Все, Надюша. Не знаю, чё, я бы типа, смысл типа, гонишь. Что дали? Каску дали? Успокойтесь. Панда набухивается. Все, запускаю. А панда набухивается? Прокончится. Ну так сам виноват. Не виноват, что мы падаем. Ты не набухался, сам виноват. Точнее, то, что ты набухиваешься. Мне кажется, сделаем идеальный трай, и нам не хватит ДПС, это да, я согласен, можно расходиться. Даже кикать. Некоторые гильдии тут полтора месяца сидели на чудовищах. Угу. Да, СС не будете раскидать, кому говорил. Кент, Асоки скинь. Наоборот, локал Асоки, а... Локал написал, локал, да, уже там. Все, запутался сам. Не, не смотрел вообще. Мирики ждем. Все, мирики побежали. Сноубольд сейчас полетит. В РДД Сноубольда видите? Сыграли в Сноубольда. Метку поставил. Ну добейте, тыкайте. Сноубольд новый сейчас полетит. Сноубольд в Меризоне, правильно?
3 ждешь, вот прям молста. Видимо, несколько под тебя закинули. В РДД зоне Снобальд, ага, заведите. Сыграли Снобальда. Еще под жопу немножко, ага, отлично, все, хорошо. Ебать, цепнуха вылетела. Снобальд сейчас полетит. Снобальд в РДД. Заехали в него. Все, добиваем. Никто не упал, неужели? Умирал один. Анзай. Переродился. Энима по гангрене ебани. Так, у нас... Да, поем пока. Все, поехали. Ой, огненную мдотать. Поехали, кислотно. Керу давайте. Наберите раньше сразу. Анзай, вон там прям участок есть, чуть вперед продвинуться, хорошо. Сейчас плюнет, все, киборга только плюнул. Кибор потихонечку двигайся к танку. Отпрыгнешь потом в конце к нему. Ждем. Киборга разморозь только. Готовьте на полу. Отлично. Вот она ж тебе этого. Че, не успел, да, разморозь на тебя добавить? Не, я только давай. Подошел, а он. Все, он спал. Кислотную. Скажу, когда разбежаться, разбежитесь. Вливаем. Лужа тоже. Разбегайтесь, ничего прожимать не надо, разбегайтесь. На вторую клевку будем прожимать. Да, прожми Ice Bounty. Отбежали метки. Метки отбежали. Все добили, отлично. Бринтроль Войда разморозь. Медведя, бринтроль. Осторожно, Кенда, поднимайте. Сейчас плюнет, отойдите друг от друга. Отойдите все. Жмите защитное. Либо плюнет, но плюнет, да. Бля, локал. Ну, блядь, все. Убежал далеко. Поднимай, да, Кента, Аркрайт поднимай, хожу во сне, Лонгзу, Лонгзу Локла поднимай. Все услышали? Энима, тебе Кент, Лонгзу, Локла, очень долго резать. У Энимы КД еще 2 минуты. Ага, вижу, все, значит у нас нету. У кого если осталось, вдруг я туплю, скиньте вот Кенда. Вот лужи от водища. Вышел рев, пота рева, рева. Под щиты Орды нужно будет перебежать, когда спрячется червь. Зависит от того еще, куда червь полезет. Нормально. Рева пока продамажьте. Сюда иду. Потом сейчас вылезет червь, сразу заливаем его. Да, отлично. Червя добиваем. Да ебаный тап, сука. Давайте, нужно, не успеваем немножко. Ну пиздец нам, что я могу сказать. 10% почти. Охуеть. Он во мне, блядь, босс. Ну все, танка убил. Заблевал его. У вас есть еще один? Да, у нас нету двух там, ДД. Там и ДПС нет. Чё у нас с ДПС началось? Куда он весь пропал? От того, что один человек ушел, вряд ли. Заходите под лицо. Слушайте, а может быть у кого-то из вот этих палов, которые 6К дают, есть протоспек? Палы. Есть у вас, ребят, протоспек у кого-нибудь? 1055. Вот, Ганнибал, хитровай. Нет,
меня 6900 кент. Кстати, да. Давайте, короче, пробуем разочек еще, если продолжается такая тупёшка, я не вижу смысла сейчас дальше так ебаться. Я все равно буду ставить УВК, не думайте, что я типа сейчас такой не убили, все, блядь, забыли про УВК на месте. Я буду его ставить, будем ебаться. Ты говорил прям как прапор на сборах у меня. Ох уж что дождь, не переживайте, бегать вокруг казармы мы будем по расписанию. Не, ну тут реальный просвет, что мы убиваем, просто народ тупит. Да. Где-то не отбежали, где-то не там встали, где-то там не поднажали, не залили. Да, да, да. Вот самый идеальный трай был, когда у нас заморозило только танка, который тут же разморозился. Это было настолько идеально просто. Сейчас у нас капитального урона не хватало. У нас, когда отпрыгивает рев, если мы не убиваем змею, это 100% не хватает урона. Ну, нету у нас нормального ДДшника у тела ни одного. У нас должно быть, чтобы, за исключением демона, всех должно переваливать за 7000 точно. Да, а лучше да. За 8. Лучше за 9. Ну что, давайте проверю еще раз, может кому-то чего-то не хватает. А хочешь ей? Анзай, сколько даст дуэлями? Покушайте, вон же стоит рыба. Анзай есть или? Анзай? 5-6, ну вот. Ну так же, как и я. Ну это лучше, чем ничего, с другой стороны. Можно пробнуть. Анзай, спекайся. Давай попробуем. Нормально будет им захиливать все. Ну, палов этих, конечно, подтянуть надо побольше. Не, ну если там 5-6 тысяч, то ты за весь бой там, ну, 2 ляма надамажишь. Это тоже не лишнее нихуя. Ну да. Так, Анзай, тогда освободи мне, я тут встану. Как хил. Давайте, у нас сейчас 4 хила в вершинах квадрата стали примерно. Вот босс, вот одна вершина это крест, вторая это трусы. И, ну, бля, оставшиеся 2 метра, ну что, так тяжело встать? Нет, да. Скажешь, Анзай, когда будешь готов, я запущу. ДЦ, конечно, проще было бы, идеальный был состав, но... А тот... чё ДЦ? У нас тут хила хватает, ёбин-бобин. Вы теряете людей иногда, да, они ошиблись, ДЦ дает тебе шанс на ошибку. Ну да. В каком хотя плане ошиблись? Ну типа, отбежали, ну... разбежались на плювке огненном, у нас 3 человека. Ну, блядь. Готов, запускаю. Пейте, панда, алкоголь. Да люди виноваты. Чё, Катя, говоришь? Ничего. Неважно. Я просто вижу этот список, все нажирающиеся люди. А есть же, по-моему, очень крепкий какой-то алкогольный напиток. Да, ну там по ивентам зарабатывается на фильмном стиле. Разве? По-моему, есть какая-то бочка. Есть вот, еще охуенно крепкий напиток. Да. Спирт охуенно называется, креп? Промышленный. Одноразовый. Как Джеки Чан. Сейчас ВК еще позакрываем, получше поденемся десяточку. Дамажем, поехали. Медики ждем. Поехали, медики. Вот, блядь, осторожно там, сзади танка, если что есть. Ну, я еще без посоха дамажу. Нихуя ты жесткий. Снобальд полетел, готовимся. Снобальд на танке залили все, точечно сыграли. Активней Снобальда, очень долго убиваем на танке. На танке приоритет. Снобальда сыграли, под боссом сидит. Снова полетел.
На танк еще раз сыграли, все точно в него забили, его максимально быстро. Все, в босса поехали. Снобальд полетел, готовимся. Сыграли. Опять на танке, что ли? Доминики. Прием Снобальда. Сейчас быстрее убивали босса. Боб, Боб. Ага, отлично, все. Намного быстрее. Потому что у меня нефритовые стрелы не успели откатиться. А в дота ли огненно? Поехал. Вот, ну, давай. Немножко раньше наберите. Аккуратно, лужа там. Сейчас плюнет на это. Прохиливайте, много миликов, если что, нужно будет бежаться. РДДшеры, двигайтесь в сторону танка. Подавал, кстати, молодец, хорошо размораживает. Почти всех всегда. А, в лужу зашел. Готовься, подавай. Ага, давай. Огненная власть, вы ее тоже поддамаживаете, но потом власть кислотная, мы в нее играем приоритет. Анта, ресните, он в лужу умер. Сильтаун. Кать, есть у тебя рез, скинешь, пожалуйста. На пулы до мишки. Спасибо. Поехали, кислотная. Отводить буду лицом к локовскому порталу. Откуда я скажу, ты? Сейчас нужно будет разбежаться, скажу. Отбежали друг от друга. Бля, ебать рано. Нажми Icebound. Дюша, дай Асоки БР. Аркрай. А, блядь, там БР, ой, КД. Кого нету КД, дайте лоху БР. Дюша, 50 секунд вижу. Дохуя. Есть у кого не КД, киньте плюс. Это что? У всех КД по 50-30 секунд, Жень. Нахуёво. И у меня с анимой 10 минут. Кать, ты разберёшься? Отбегите от Кенда. А, тогда скажи, кому кого БР, ну, посмотри, пожалуйста, КД. Разморозь. Первый будет БРить Аркрайт, может меня БРнуть. Потом может БРнуть Лонгзу, пусть БРнет бразильца. И потом... Лонгзу сейчас умрет от прыжков. Отойдите. Сейчас лужа еще будет. Можно. Короче, заморожен. И потом у Дюши через 20 секунд откдешивается, может ДК резнуть. Лонгзу, готовься. Подавана, не достаю, подними его, пожалуйста. По хилу. Дюша. Ставлю тотем. Давайте, более-менее идем по урону. Еще успеваем. Дюша, Дюша, ДКшника. Спряталась. Коба, готовься сейчас сбить. Продамажьте, блядь. Не вижу. Встал. А, вот змея сейчас вылезет слева. Бежим за меткой, милики. Все, кроме Кобы. Кома должен сбить сейчас. Ну, ты и так увидишь. Бежим за меткой, заливаем. Все, быстро забиваем червя ебаного. Давайте, должны успеть. Поднажмите. Давайте, от дот умрет. Хуёво, все отбегают от Анзая. Врёво, поехали. Дайте Геру, кто умирал. Есть у кого-то? Дайте Геру, так кто умирал. БРов нету вообще. Так, ну у меня есть БР, так кого там надо? Из них. Давай, мага. Поближе к здесь, поближе. На максимальном ранже подойдите поближе к боссу, чтобы вас могли разморозить. Отлично. Что ты мага резнул? Резну, потом встанешь. Хорошо, все, поехали. Можешь встать, в принципе. Ну, Войд на тебя бежит. Блять, что, во что он врезался, я даже не видел. Знает. Да, это уже можно не смотреть, потому что он врезался, все живы, никто не умер, никто даже урона не получил, во что-то врезался.
что тут стояло? Он даже не добежал до людей просто. Да, потому что... В труп змеи он мог врезаться. Он прямо на тропе стоит сейчас, спокойно. Это единственное, куда он мог врезаться. Пошел, споткнулся. Как он тебя? Ты живой. Тебя бы убило. Да, но не сюда убивают. Гангрена. Метка на карте есть. Вот кто-то прям пиздец сейчас, по-моему, Ганнибал под него прыгнул. Паладин с крыльями какой-то только что. Ну, Ганнибал. Пиздец. Ну, как так, ребят? Вы бежите в него. Вы не убегаете из него, вы бежите в него. Ладно, все уже. Ну, не знаю, у меня еще ни разу такой ситуации не было, чтобы я отлетел в кого-то и не видел, где рёв. Да уже сколько, блядь, этих краев подлетешь? Миллион долларов. Схожу во сне, на тебя бежит. О, я прям видел Катюха. Так там бес. Не, это не меня, я успел уйти же. Валера, я успел уйти. Я не спорю, ты прям побежала сначала на него. Но я увидела сторону, и я сразу убежала, так что на меня сейчас знать не надо. Так он в бесов ебался. Ну, да. Если бы был Макосяк, то я понимаю. Алло, хожу во сне, умер, на кого он убежал? А там не было «Хожу во сне», там был бес. А как он умер тогда? А я хуй его знает, может, рядом стоял? Где «Хожу во сне»? «Хожу во сне» дальше стоял. «Хожу во сне» вообще, ну, смотри, где. Так, там это... бес и все. Сколько мы еще по времени траем? Час-два? Че, пробуем еще один раз? Мне как-то уже так, типа, 50-50. Если вы за, то пробуем. Жень, ты меня, конечно, прости, но вот насчет Дюши, я, конечно, понимаю, что я на него сильно гнул, но... Сейчас Анзай, вы когда спекнули его, хила стала гораздо меньше, нам стало труднее хилить. А если попробовать Дюшу просто на один трай убрать и найти другого ДДшника, просто попробовать. Если пойдет лучше, то значит проблем было в нем. Во-первых, там сейчас собирается два ВК, во-вторых, мы этому ДДшнику, скорее всего, повешаем КД просто так. И скажем, виновата Катюха. Это нужно. У тебя всегда виновата я, заебал уже, честно. Да все, не ругайся. Я ничего тебе не говорил, Катя. Да я не тебе, я Валерия. Типа. Валера вообще молчал, сидел. А, это Анколи был, тогда извиняюсь. Пробуем еще разочек, давайте. Не, нормально, с Анзаем прям чувствую. Ну, чувствуется, как урон подрос. Хорош, Катю, вообще, типа, трогать. По сути, вы ее просто упопрекаете в каких-то грехах, которые, блин... Я понимаю... Не-не-не, ребят, да тихо, ну, ебаный в рот, можно я скажу? Я понимаю, блядь, это шутки, но ей это уже неприятно. Вы трогаете ее, типа, блядь, давай я буду говорить, Анхоли, ты, блядь, не дамажишь, блядь, тот не хилит, блядь, вы все говно, я так разговариваю, я не кричу. Ну, ради бога, и чё? Ну, типа, ее это задевает. А можно всех замутить, пожалуйста? Мне это уже надоело, нервотрепка, и вот эти базары просто левые из ниоткуда. Можно мут на весь канал, кроме тебя? Ну, походу, надо. Я никого не обсираю, спокойно рейдит. Я всех слышу, кто мне что говорит, то, где что не успевает. Но в этом рейде уже поздно что-то менять. На следующий рейд я сделаю выводы, кого, может быть, не стоит брать. Давайте последний раз пробуем. Стараемся по максимуму. На стою хотя бы алкашной бахтите, хитровая и Владисов. Покушайте, рыба стоит. С БРами сложно, потому что БРов очень дохуя. И я такой, мне нужно задамажить, там миллион БРов, ебать. Нет, давай будем честными, мы возьмем самые банальные цифры. Ты ни разу не ошибся, умудряешься быть на втором, на третьем месте, иногда на первом по ДПСу, при этом тебе нужно все анонсировать. Ребята, вот представьте, какой объем информации у Женька в голове, и он умудряется быть в топе по ДПСу. Вы не можете сделать базового. Да, что мне эта десятка? Туда только пост, больше ничего не надо. Ладно, давайте пробуем последний раз. И поехали. Бьем, значит, убьем. Уже даже бухать нечего. Это... Желающие после этого трая груль магик собирают. Ну, можно, когда же нет. То хотите, у кого время есть, пойдемте с шаманом соберем. С анролами? Ну, на шамана токен, ну.
Да я в кару сегодня сходил, блядь. Два токена на ДК, блядь. Пиздец. У меня нрулил нахуй. Мне надо. Мне посох нужен, сука. Милики, не подходите. Все, милики, залетайте. Сука. Ты, блядь, ну. Сори, блядь, я тупо не успел. Кать, как откатится через минуту 14, кинешь, у тебя самый ближний, хорошо? Попробуй резнуть, если сноуборда не будет, будет. Видите, сноуборд, да? Кать, ты услышала? Отлично. Ну, если там уже ближе к убийству босса будет, тогда не надо, там я припот выпью быстренько. Сноубольда заливаем. На танке все сыграли сноубольда. Все без исключения бьют сноубольда. Ну да, второй состав проходит. Вот. Во втором составе половина твинков, если что. Ну, я согласен, да. Может быть, стоит не твинков. Сноубольд сейчас полетим, готовимся. Там у нас выбора нет. Теперь приходит забрать твинков, потому что своих не хватает. Что там по времени? 7. Наверное, не надо, Кать. Так, рейсинг оставим на всякий случай, да. Сноуболя заливаем. А у тебя приплотов нету, Кать, треснуть? Не, ману надо. У меня всегда в бою, я после босса. Хорошо, понял. Постараюсь, я не буду. Ну, если буду, уж что скинем. Вот опять нормальный урон у нас хватает, еще и без бразильца бьем. Я-то там воет. Ну, скинешь мне это иннер после того, как убьем. Давайте, быстрее добивайте, у меня припот. Пушиська. Блядь, бразилец. Кастую рез в бразильце, нормально. Успеваю? Не знаю. Я успел. Бразильц. Я тоже успел. Я успел, ебать, с другого конца карты бежал. Кислотно поехали. Геру. Ну я всрал припот, конечно, поем. БР сохранили, заебись. Давай хилы скоро пленит. Ой, много миликов прохиливайте. Готовимся к ТРДД, потихонечку двигайтесь. Ну нет, там почти все мелики, так что может быть мелизоном пробежаться. Беги уже там. Пробегаешься там по меликам? Медведи, медведи, медведи. Ага. Пушка. По домашнему. Она сейчас вылезет, все на кислотно побежали. Добиваем кислотно. Скажу, когда будут брызги. Сова, немножко уйди оттуда за спину босса. Отбежали друг от друга, сейчас будут брызги. Нажмешь айсбаунд, хорошо? Лужу. А, все, не будет. Ну, будет, будет, все равно. Держимся на расстоянии. Нажми кислотно. Скидывай айсбаунд, если есть. Уже он. Дал, дал. Че, она шлюха будет плевать? Нет? Ладно, подбегайте, домашний, походу. Не будет уже. Дев нету, сейчас только разбегаться. Просто не плюнула, потому что. Сейчас в конце плюнет. Может быть. Убивание. Сейчас. А, нет. Что, как это работает, я не знаю, нахуй. Говно ебаное. Ну да. Иннеры по пушиське и гангрене дайте. Энима пушиське, скинер, край, гангрен. Я пушиске. А у них ХД, наверное, смотрю. Все нормально, у нас мана. Все иннеры. Я гимн дам, если будет проблема. Ну хорошо, у нас поднялось. Лужа. Осторожно, служи, перед лицом не стойте. Готовься, сейчас прям скоро выйдет. А брызги? Брызги, не брызги, что там?
А, хорошо, прям ее. Мобов внесли урон. Бразильцу каску. Холи, давайте бэрну. 10 давай, баллов. Давай. Каску бразильцу. 10 баллов в время. А, на анхоли бафы. Ну, сейчас уже бафы. Ебать. Давайте рёва заливаем. Все под щиты орды становятся. Перебегите, похуй на ДПС. Баван, да не беги ты через центр, блядь. Больно, спасибо. Все, сейчас просто не врезаться. Сюда же вас откинет сейчас за черту. На альянские щиты бежите, обратно встаете. О, у нас танк отлетел, блядь. Хватай. Забери, забери, баран. Какой БР кидайте, я пока в тучке танкую. Все, меня резко. Я БРну. Блядь, еще скул успел же нажать. Блин, тролль на тебя бежит, это вот тут мне показывает. Да, он в решетке. Ну, ебать. Пиздец, блядь. Опять в труп, что ли? Дамажим, просто стараемся. Гоним тебя, блядь. Пиздец. Я отдал, Ганнибал, подсейви меня. Дай, дай фридом сейчас. Поближе подойдите, РДДшники. Сейчас откинет, катаемся. Блять, какой ебанский улетел. Не вижу. Вообще ничего не понял. Хожу во сне. Вот сюда бежит. Тоже где-то с той стороны решил. Что? Бля, во что нахуй? Труп скорее всего. Он просто не добежал. Не врезал. Вот сейчас там вообще ничего не было. Там Хантовский, вон волк бегает, блять. Кто... А, это Энима нахуй. А как так получилось, что ты там это, был? Это Энима. Ты, наверное, рывок сделал в центр, да? Когда босс... Бля, пиздец, ну... Он далеко очень был, Рога. Почему тогда Энима не умер? Или умер? Не, а оно не всегда шотает. Да. Ты... Его знает, обычно там по 40, по 50 тысяч прилетает. Ты Энима прыжок... Опять не показывает, где-то вот сюда... Владист! Ты Энима прыжок не делай, когда босс отпрыгивает в центр. Вот опять в кота, прям вот ровно в кота летел. Не знаю, что это за кот был, наверное, Энима, потому что он единственный. Хуй знает, нахуй. Ну как только вы отбегать начнете, сразу будет падать все, блядь. Не, ну никто не будет учить, если ты не затупил. Нет, тут Дюша умер, Жень. Тут это не Энима. Ну, я просто не видел Энима или Энима, видел, что кот. Под спидами. А чё мы делаем, чем ребят? Дольше ставим, тем дольше это, от рёва не можем убежать. Охуенная тактика. Некоторые лок, просто... Лок. Некоторые не беспокоятся, что надо типа смотреть куда-то там на этих бегах. Да. Не, вот сейчас бес уже врезался. То есть мы с тремя ударами ему еще ебать сколько несли, ребят. Типа вообще изи сейчас было разнести, если бы хотя бы даже один раз врезались, я думаю, успели бы. Но мы, блядь, три раза. А я думаю, сейчас пойди сразу. Нет, не сразу. Йоу. Берса, вот 2 секунды. Ебать, девчина. Мы с тремя ударами, блядь, 30% оставим. Всем спасибо. Это было очень интересно. Познавательно. А, вопрос на засыпку. Эта треть до проноса не будет? Уже на следующий когда ждать? Я думаю, просто не соберется до пронос. Даже да, если попытаться, шлаг будет. Да. Отдельная просьба отставить срачи. Так. Вообще по любому поводу. Кто? Неважно, с поводом и без. Кто идет груль магик? Сейчас захожу на шаман и начинаю собирать.